Литургию провел митрополит Екатеринодарский, Кубанский Исидор. Перед началом службы с праздником владыку поздравил губернатор Вениамин Кондратьев и уже по традиции подарил белые цветы, которые символизируют благую весть о рождении Христа. Под сводами главного храма Кубани собрались около 2000 человек. Вместе с ними всенощную отстояли глава региона вместе с супругой, его заместители и мэр Краснодара. Несмотря на плохую погоду, люди приходили в собор с семьями, чтобы вместе встретить праздник и помолиться о здоровье близких. Рождество – праздник семейный. Хочется попросить здоровья, благополучия, здоровья деткам, внукам. Это семейный праздник, встретиться с семьей, с близкими, с родственниками. Вот. Праздник доброты, любви, радости и светлости какой-то такой необычный.